Давным-давно, далеко в лесу, была спрятана деревня, где жили милые существа, которые называли себя смурфами. Они были дружелюбные. И еще там жил Гаргамел, злой волшебник. Он был плохой. Я ненавижу смурфов! Я поймаю всех вас, всех до одного, всех! Я поймаю вас. Однажды я найду вашу деревню, и вы пожалеете. Что ж, лес по-прежнему на месте. Если вы прислушаетесь, то услышите угрозы Гаргамела. А если будете хорошо себя вести, то сможете увидеть жизнь смурфов. Смурфы. Смурф-ученик. Что? Смотри, куда идешь, растяпа! Прости, лентяй, я не хотел. Посторонись! Ты чуть не сломал мою новую машину для сбора ягод. Но, ловкач, лентяй спал и... Спал? Кто может спать, когда ты рядом? Но я... Привет, жадина, у меня для тебя подарок. Для меня шутник. Это сюрприз. Привет, Знайка! Папе Смурфу это не понравится, шутник. Я помощник папы Смурфа, и он говорит... Не смешно. Я все расскажу папе Смурфу. Что ты делаешь, растяпа? Ну, я... Забудь. У меня важное дело к папе Смурфу. Но, Знайка, я не хотел... Я ненавижу растяпу. Ненавижу тебя, растяпа. Честно, ворчун, я не... Неважно. Смурфы меня больше не любят. Полчасти сияна жженой, три части листьев сарсапарелли. Должно получиться. Посмотрим, что у нас выйдет. Сработало. Я изобрел спонтанное прорастание. Я имею силу над цветами. Боже, если бы я был волшебником, все смурфы полюбили бы меня. Точно. Я буду как папа Смурф. Посмотрим. Папа Смурф клал сиену жженую и кислоту. Теперь мы подогреем. Видимо, что-то пошло не так. Конечно, папа Смурф учился этому годами. Может, мне нужен опыт? Папа Смурф, где ты? Вы-то где, папа Смурф? Что такое, растяпа? Я бы хотел быть твоим помощником, папа Смурф. У меня настоящий дар волшебства и... Извини, растяпа, мой помощник Знайка, и мне достаточно. Ну, ладно, папа Смурф. Но я хочу колдовать прямо сейчас. Да, папа Смурф все еще в лесу. Самое время заглянуть в его волшебную книгу. О, нет. Залезу-ка я по-другому. Папы Смурфа нет. Ничего не случится. Нужно найти книгу с заклинаниями. Растяпа! Привет, папа Смурф. Что ты тут делаешь? Ну, я пришел убрать твою лабораторию, папа Смурф. Ну что ж, хорошая мысль, растяпа. Ненавижу бегунов. Идем, Азраэль, наберем воды из пруда. Тина должна быть сейчас хорошей. Уф!
Я никогда не дотащу эту книгу до деревни. Идем, Азраэль. Гаргамел. Подожди, Азраэль. Пахнет счастьем. Маленьким синим счастьем. Я чувствую смурфов. Одна страница лучше, чем ничего. Почему моя книга лежит здесь? Я так и знал. Я учуял маленького мерзкого противного смурфа. Он вырвал страницу. Но если он произнесет это, его ждет сюрприз. Так, посмотрим. Сок ядовитых игл, немного извести и протухшие яйца. Хорошо перемешать и поставить на медленный огонь. Интересно, а почему ничего не происходит? Спасайтесь! Спасайтесь все! Монстр! Бежим отсюда! Помогите! Папа Смурф! Папа Смурф! Растяпа, что случилось? Я сварил волшебное зелье по книге заклинаний, и вот что произошло. Какой книге заклинаний? Ну? Гаргамела. Гаргамела, я говорил тебе не ходить туда. Идем, посмотрим, что я смогу сделать. Больше у тебя ничего нет, что может помочь? Папа Смурф, попробуем вот это. Нужно придумать что-то еще. Не выходит, Растяпа, никакие мои зелья не помогают. Значит, я останусь таким на всю жизнь? Нет, нет. Я найду противоядие, иди домой, я тебя позову. А можно мне поиграть? Ненавижу монстров! Никто больше не хочет со мной играть. Я не могу ждать, пока папа Смурф расколдует меня. Я должен сам это сделать. Я должен сказать Растяпе, что не смог найти лекарства. Дорогой папа Смурф, никто и раньше меня не любил, а теперь зеленого и подавно. Я ушел к Гаргамелу в поисках лекарства. Люблю Растяпа. Скорее, мы должны спасти Растяпу. Кто это? Маленький воришка моих заклинаний. Какой страшный. Азраэль, отойди, отойди. Этот смурф не для тебя, он мой. Не трогай смурфа, Гаргамел, или пожалеешь. Смурфы, на этот раз у меня плохие для вас новости. Немного крахмала, клея и пластырь. Не тягивай, ворчун! Я поймаю вас всех до одного! Бросаем! Прямо в цель! Мерзкие смурфы! Вы не можете! Ну, в смысле, я не могу! Не могу двигаться! Сработало! Пошутили над Гаргамелом. Ненавижу Гаргамела. Спасибо вам, смурфы. Теперь нужно найти заклинание, чтобы расколдовать Растяпу. Вот оно. Тут есть все ингредиенты, кроме трех волосков с кошачьего хвоста. Смурфы, мне нужны добровольцы, чтобы достать шерсть с кошачьего хвоста. Хвоста Азраэля. Добровольцы? Ты это про нас? Ну, я... Подождите, я во всем виноват, мне идти. Подожди, Растяпа, мы все тебе поможем, не так ли? Правда? Конечно, для чего же еще нужны друзья? Будьте осторожны, остальные пока начнут готовить зелье. Азраэль должен быть где-то здесь. Есть только один способ узнать, где он. Азраэль! Сюда! Кис-кис-кис! Да,
Теперь надо взять шерсть. Вот кошачья шерсть, папа Смурф. Отлично, растяпа. Лучше поторопиться, папа Смурф. Гаргамел освобождается. Надо убрать этот клей. Готово? Попробуем. Я отказываюсь быть приклеенным. Где могут быть эти маленькие грязные противные смурфы? Ага. Теперь я схватил вас. Азраэль? Это нечестно. Я большой и сильный, а они маленькие и слабые. Но я никогда не побеждаю. Никогда, никогда. Ненавижу. Красавчик в беде. И последний компонент – дыхание летучей мыши. Готово, Израиль. Мое волшебное зеркало готово. Когда я поставлю его в лесу, ни один смурф не сможет оторваться от своего отражения. И, посмотрев в него, станет моим заключенным. Оно работает. Скоро все смурфы будут моими. Азраэль, глупый кот, ты не должен был смотреть, это для смурфов. А сейчас в лес. И помните, важны не очки, а то, как вы играете. Лови мяч! Давай! Мое зеркало! Ты не поймал его, красавчик! И теперь команда растяпы выиграла! Кого это волнует? Я больше не играю! Тогда иди отсюда, красавчик! Чудесно, чудесно. Эта лощина такая красивая, что коварные смурфы обязательно попадутся. А сейчас, Азраэль, мы войдем в зеркало и будем ждать. Сломать мое зеркало. Мы еще посмотрим. Какое зеркало? Как раз для несчастного смурфа. Смурф попался на крючок. Симпатичный смурф, как я. Что же это за место? Ты в моем волшебном зеркале, маленький мерзкий смурф. Гаргамел! Этот смурф был я! Пусти меня, ты, дурацкий колдун! Так-так-так, мой первый смурф! Не сейчас, Азраэль! Сначала мы должны поймать других смурфов! Они очень преданы, и когда они пойдут искать одного, то все попадут ко мне на стол. Заклинание фиксации, заклинание фиксации. Вот они. Для лучшего результата все заклинания должны быть приготовлены в тишине. Но тут и так всегда тихо. Папа Смурф, папа! Что такое? Смурфетта, сколько раз повторять, не входить сюда, когда я работаю. Красавчик, папа Смурф. Он ушел в лес вчера днем, его не было всю ночь. И правда,
Нужно его найти. Сюрприз! У меня указание от папы Смурфа. Ненавижу указания. Ненавижу. Внимание, внимание. Все Смурфы, пройдите в дом папы Смурфа для экстренного собрания. Послушайте, Смурфы. Красавчика не было всю ночь. Он мог попасть в беду. Мог, да. Я хочу, чтобы Смурфета, Знайка и Растяпа отправились на его поиски. Остальные пойдут со мной. Мы проверим каждый сантиметр в лесу, если понадобится. Один за всех, все за одного. Один за всех и все за одного. Счастливо! Удачи и хорошей скорости! Так, добавим 3 ложки усов скунса. Теперь смешаем с крыльями мух. Фу! Кто тебя спрашивает? Просто мешай! Вкусно пахнет мой маленький смурф. Будет еще лучше, когда мы добавим главный компонент свежепойманного смурфа. Не надо мне угрожать, маленький противный смурф. Нам лучше вернуться в деревню, скоро стемнеет. Папа Смурф всегда говорит. Мы не вернемся, пока не найдем красавчика. Да, правильно. Но папа Смурф всегда говорит... Смотрите, там что-то внизу. Да, я вижу, вижу. Это же зеркало. Откуда оно взялось? Не знаю, но красавчик был здесь. Смотри. Подожди, Растяпа, не торопись. Куда он делся? Растяпа! Уверен, зеркало поглотило и красавчика. Мы должны их спасти, Знайка. Ну уж нет. Пусть кто-то еще геройствует. Я... Помогите! Растяпа, где ты? Не скажу, меня поймают. Идем, Растяпа, мы должны найти красавчика. Смотрите, сюда идут эти ужасные деревья. Скорее бежим. Какой сладкий и сочный. Там красавчик. Я вижу их. Да. Я чувствую других смурфов. Азраэль, приготовься. Азраэль. Хотел убежать, да. Азраэль. Спасайтесь, смурфы! Вот черт! Сегодня не наш день! Азраэль, ты глупый кот! Слезь с меня! Азраэль, жалкий, противный кот! Азраэль, за ними! Они уходят! Вон там выход! О, боже, я бегу туда! Ура! Скорее! Нет, Растяпа, ты не выйдешь там! Так-так-так, все-таки нам удастся поджарить смурфов. Азраэль! Отойди, Азраэль! Я разберусь с этими смурфами раз и навсегда. Рейч!
Прекрасно, Смурфы. Думаю, мы нашли их. Смотрите. Папа Смурф, спасайтесь. Там Гаргамел. Смурфы, где вы, мерзкие негодяи? Смурфы! Смурфы! Куда они делись? Они убежали! И мое волшебное зеркало сломано, его уже не починить! Ненавижу смурфов! Ненавижу! Спасибо, спасибо! Красавчик, это подарок тебе. Мы так рады, что ты вернулся домой. Мне? Я так тронут, правда? Новое зеркало? Спасибо, шутник. Спасибо. О, нет! Это не могу быть я! Нет! Нет! Смурфы. Авторы идеи Пэйо и Эван Делперты. Авторы сценария Лэн Дженсен и Чак Мэнвилл. Режиссер Рэй Петерсон. На русский язык фильм озвучен по заказу ВГТРК в 2010 году.